Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это телефон вашего мужа? Да, это телефон моего мужа. Ваш муж погиб в Украине. Доказательства. Да, какие доказательства? Я вам что? Где Клоун вы? или что? Я вам говорю, что ваш муж погиб возле Киева. Вот и Конкретно все. где? Возле Киева. Возле Киева, у вас около Киева очень много населенных пунктов. Ну вот Конкретно узнавайте населенных у пунктов. командования. Узнавайте у командования. Я вам сообщил просто вот такую вот новость. Не собираюсь там вам давить на рану, сыпать соль и так далее. Сообщаю вам по факту, что ваши... Об этой новости, что мой муж погиб, я видел в интернете, вы выставили его удостоверение с телефона. Ну, возможно, кто-то и выставил. Вот телефон нашелся, и тело ваше не забрали. У нас из населенного пункта телевизоры забрали, стиральные машинки наши забрали, и деньги из сейфов наши забрали, а тело вашего мужа не забрали, потому что не нашлось, видимо, места. Вот и все. Какой населенный пункт, вы мне скажите? Населенный пункт Буча. Узнавайте у командования. Они разворовали все. Украли все, украли детские вещи, украли детские кресла, повытаскивали из машин. Украли все, что только можно, вывезли. Все вещи, которые мы покупали, наживали годами. Но тело вашего мужа не соизволили забрать, только ботинки сняли с него, вот и все. Это я вам говорю просто по факту, я не хочу вам читать морали какие-то, не хочу вам реально хорошо, что-то хорошо, рассказывать, я вас я вам просто я по вас факту. Услышала. Я хочу, где, чтобы... Я где могу забрать? Узнавайте у командования, как они будут забирать тело, они сбежали отсюда. Тело вы сейчас никак не заберете. Только через официальные делегации, которые достают груз 200 и отправляют к вам. Узнавайте все у командования, я просто мое дело чисто вам проинформировать и рассказать, что забрали, а вот тела своих ребят ваши не забрали. Просто сделайте какие-то выводы для себя на будущее. Вот и все. Просто я не сделал выводы. Вот и все. Пришли на чужую землю и убежали без своих ребят погибших. Но зато прихватили с собой все наши вещи. Узнавайте у командования. До свидания.